Надул гелем шарик, написал на нем фломастером: «Хочу сына чемпиона», и отпустил. И так я позвал маму, и вот он пришел, мотогонщик Фома. Я сына направил именно по той тропинке, по которой прошел сам. Не сразу все произошло, это все шаг за шагом, ступенька за ступенькой, уровень за уровнем все. Это рискованно, если неправильно обращаться с этим, как оружие, да? То есть, и можно защищаться, но можно повредиться или там кого-то повредить. За все нужно платить. Платим мы за это своей жизненной энергией. И каждый уровень мастерства, он стоит, знаешь, количество энергии, да? Thank you.